Помогать людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Именно этим занимаются люди, которые решили стать социальными работниками. Этот праздник ежегодно отмечается в нашей стране 8 июня, уже с 2000 года. Елена Семеновичева выяснила, как его празднуют в нашем округе. В прошлом акушерка родильного отделения Ирина Зоева более 16 лет назад решила войти в эту довольно непростую профессию социального работника. Работа по оздоровлению пожилых людей и инвалидов, говорит Ирина Владимировна, приносит только положительные эмоции. Мне нравится с пожилыми людьми, конечно, работать, общаться с ними. Очень многого от них узнаем мы. Им нравится к нам ходить. Те, кто несет эту благородную миссию в профессиональный праздник, принимают поздравления. Скромные, но с большим сердцем и огромным терпением, они не привыкли быть в центре внимания. За официальным словосочетанием «социальный работник» стоят прежде всего высокие человеческие качества, такие как милосердие и сострадание, терпение и готовность всегда оказывать содействие тем, кто в этом нуждается, стремление облегчить жизнь своим подопечным, принести им радость. В Ненецком округе на сегодняшний день работают три крупных учреждения социальной направленности, которые напрямую работают с населением и помогают им. Это отделение социальной защиты населения, комплекс социального обслуживания населения и Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Специфика работы этих учреждений абсолютно разная, но все они призваны облегчать жизнь людям. День социального работника – это праздник доброты, это праздник милосердия. Это праздник человеколюбия. Это еще один лишь день, когда население может вам искренне сказать спасибо, пожелать вам здоровья, благополучия в вашей семье, ну и, конечно же, гармонии в душе для того, чтобы все, что вы отдаете людям, обязательно вам вернулось. На этом поздравления не закончились. Для всех тех, чья профессия – помогать тем, кто больше всего нуждается в помощи, выступила вокальная группа «Конфетти». Просто, просто мы маленькие звезды. Пой вместе с нами, танцуй вместе с нами. Елена Семеновичева, Вадим Стасюк, телеканал «Север».